полный зал, даже чуть-чуть больше. Культура знания – это новая нефть. Круто, что на таком мероприятии есть образовательная площадка. Сегодня, как никогда, важно образовывать людей. Вообще-то на рейвах люди занимаются самообразованием. В первую очередь, а потом уже все остальное. Ну это лишним просто точно не будет. Любая система, она же целостная. Ну, как бы тезис, антитезис, получается синтез. Немножечко порушались, немножечко посовершенствовались. Абсолютно так.